Адреналин. Адреналин был жесткий, когда просто у нее почти тормоза не работают. Она просто как полетела, бля, я вообще охуел. У меня так сердце забилось первый раз. Но потом вообще охуенно было, честно, вот реально. Смотрю, короче, ну, мы с Ариной едем. Точнее, там кто-то меняется там этими, как это называется? Кто первый едет, короче, кто на квадрике едет. Ну, типа, я не захотел, то, что что-то я, ну, нахрен. Вдруг я сечу, блядь, сверну куда-то не туда, нахуй, еще Арину угублю, нахрен. Поэтому я просто решил, блядь, в пизду. Лучше пускай Арина меня угробит, блядь, если что, нахуй. Ну, не, ну, все было охуенно. Реально, типа, все было охуительно. Вот. Короче, мы едем, мы... Так, а что, куда мы едем? Что я рассказывал еще? По склону, блядь? А, по склону! И, короче, где была вода, там речка такая небольшая. И у него просто руль вот так вот переворачивается, нахуй. Ну, не руль, а этот, как его? Ну, получается, руль тогда, да? Вот это, как на квадроциклах, блядь. Ну, короче, на руль, окей. Жестко переворачивает налево, и мы, короче, падаем с квадроцикла вместе. Типа, это вообще жестко было. Ну, как, ладно, не жестко. Там хорошо все было, заебись, типа, ни на кого квадрик не упал. Там инструктор сразу подбежал, помог. Дальше, короче, едем там, типа, по квадроциклам, ой, по дороге, там грязюки, жесть, нахуй, Арина просто разгоняется, как в эту грязюку просто летит, смотрю назад, а Диман так потихоньку рулит, блядь, я такой думаю, бля, вообще жесть, нахуй, там Диман, типа, ехал с Байоул, и они очень, ну, типа, Диман очень, ну, рулил не жестко, короче. Но он аккуратно ехал, да, чтобы не были в говне, как все. Не, Арина сказала, типа, а смысл тогда ехать туда, если там, ну, типа, не в говне? Она, да, типа, хотела... Да. Диман, по-моему, самым первым сказал то, что он будет по всем лужам просто пролетать, как не знаю кто. Ой, блядь, когда смотрел, блядь, как мы едем, и просто назад оглядываюсь, там такая лужа, он просто вот так вот потихоньку газа ебашит, чуть-чуть. Арина перед тем, как грязь, просто специально стартует жестко, чтобы залететь прям в грязь, нахуй. Ну, это реально, короче, было охуенное чувство, блядь, типа. Вот. Что еще рассказать, блядь? А, у нас еще какой-то квадроцикл был, короче, у нас он желтого цвета был, и у него пиздец как горел аккумулятор, нахуй. Я когда сидел, я думал, у меня жопа сгорит, нахуй. Ну, реально. Я думал, у меня реально срака просто сгорит. Там, короче, еще Арина, типа, иногда прям резко начинала стартовать, и от него еще дым нахуй шел. Это вообще, блядь, это пиздец. Вот. Давай, Эпко, на фул рассказывай. А куда, блядь, что еще рассказывать-то? Сейчас я подумаю, что еще рассказать. Ну, так заебись будет. Так, что еще рассказать можно? Как мы пошли на квест, в принципе? Ну, в принципе, я все рассказал про квадрики. Да, нам понравилось, заебись. Бля, я только как дебил одел нахуй все самое, что у меня есть, блядь. Последнее, можно сказать, нормальное, блядь. Одел нахуй все свои, блядь, эти тыры, блядь. Футболку свою пиздатую, блядь. И все нахуй. И все, блядь, в грязюхе, блядь. В грязюхе, нахуй. Бля, все, создал новый тренд, блядь. Вот, так как-то так. Ну, потом мы, типа, все, поехали все домой вроде бы. Стоп, а что после квадроцикла было? Все домой поехали, да? Потом пришли все пить воду. Ну, да, мы все пошли мыться и поехали к вам, по-моему, так. Да, поехали все к нам. Мы попили водички. Покурили. Мы купались в батике с девчонками. Покурили. Не курили. Покупались с девчоночками в банечке. Ой, какой банечке, блядь. Алло, девчоночка, я тут. Алло, с девчоночками здорово, в бане он покупался. Что-то я слышу, Марк, падла нахуй Тривиадор играть. Я просто рассказываю, что было у нас в Москве. Ты рофлишь? Да. Я уже подготовился. Да похуй, врубай вебку. Ну погнали. Куда погнали? Да чё, да, блядь, что-то так мало, у меня такие истории жесткие, слышь, в голове сейчас, пиздец. Братан, у тебя сколько стрим идти будет? Стрим? Еще час 30. Ну и все, у тебя время хуево-кукуево. Ну и все, на раньше надо было, все. Чат, госсекс. Ой, давай не пизди, а. Не, Марк, реально, что-то падло. Хочешь, я чат забайчу? Не, надо. Даже без байда, просто посмотри в чат. Что? Ну только... Что, го? Марк, еще ничего сказать. Вы не хотите рассказать? Вы не хотите рассказать? Что рассказать, точнее? Вы не хотите услышать, что у нас было в Москве? Там... Далик все рассказал, брат. Далик все рассказал, так что... Прям все?
ГДЗ по математике. Угомонись, ГДЗ, сядь и думай своей башкой. Я хуйней какой-то позанимался, потанцевал под музычку. Я сухую на нарисовал, как Гарри строго ласкали. А ты бы уснула, да? А напрям там всего три минуты. Я дискорд мувал, думал, ты это... Не-не-не. Сначала перед стримом строго заходит, говорит, я надеюсь, вы не уснете, я недолго посмотрю. Только он вышел, я сразу слушала. Ой, все, каравай, давай не пи. Окей, заходи в стриминар, хорошо, сейчас я сюда отъебу. Дай сил.